Севастополе обновят еще два причала на северной стороне и у Графской пристани. О выделении финансирования на ремонт стало известно на заседании правительства города в пятницу 18 октября. В этом году специалисты приступят к проектированию строительных работ. В этом году появляется финансирование по двум объектам. Это реконструкция причала 11 и реконструкция причала 146, которому мы в этом году намерены уже приступить к проектированию. Приступить к проектированию. Проектирование. Да, 4 причала уже проектируются, в завершающей стадии еще плюс 2. Намерены также начать проектирование и потом приступить к строительным монтажным работам. Проекты реконструкции еще 4 причалов уже находятся в разработке. Это пирсы номер 10 на северной стороне Севастополя и номер 147 в районе Графской пристани, пассажирские причалы на Радиогорке и Винкермания.